Здравствуйте! Лето закончилось, и в нашем центре начинаются процедуры так называемого осенне-зимнего периода. Одной из таких процедур является фотоомоложение, и сегодня я вам о нем расскажу. Что это такое, в каких случаях он используется, и какие результаты мы можем ждать. Итак, фотоомоложение – это импульсный поток света определенной длины волны. В зависимости от того, какой длины волна, мы можем получать следующие эффекты. Это удаление пигментации, лечение сосудистых патологий и, собственно, лифтинг, омоложение. Мы можем подобрать такую длину волны, чтобы решалось сразу несколько проблем. То есть в одну процедуру и пигментация, и сосуды. Это очень удобно. Световой луч поглощается кожными покровами, проходит до определенной глубины. Гемоглобин, находящийся в сосудах, нагревается и передает это тепло окружающим тканям. В результате этого стимулируются фибробласты. Это элементы, которые отвечают за выработку коллагена и эластина, то есть поддерживают тонус нашей кожи. Кожа уплотняется, становится более эластичной. Разглаживается сеть мелких морщин, но, скажем так, это в определенной возрастной группе. Далее сосуды коагулируются, значит, уходят все проявления на коже, она выравнивается, тон становится ровным, белым, опять-таки это более молодая здоровая кожа. Сужаются поры, то есть качество кожи улучшается намного. Процедура не требует специальной подготовки и не имеет периода реабилитации. Основной момент – это солнце, загар. То есть на свежий загар, естественно, мы не проводим данную процедуру. И после процедуры доктор рекомендует использовать крема с SPF-фактором. Процедура подходит как для женщин, так и для мужчин. Фотоомоложение очень хорошо сочетается с другими процедурами нашего медицинского центра, такими как мезотерапия, плазмолифтинг, лазеротерапия, пилинги, что будет усиливать эффект и поднимать качество вашей кожи. Процедура фотоомоложения проводится на американском лазере Кутера насадкой LimeLight. Аппарат имеет международные сертификаты качества и безопасен как для пациента, так и для врача. Доверяйте свою красоту и молодость профессионалам. Ждем вас в нашем медицинском центре.